На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Коротко о главном. За время вынужденного ожидания стоимость строительных работ выросла на 100 миллионов рублей. Новая республиканская детская больница должна быть спроектирована до конца 2022 года. В день выступают кандидаты по двум округам. 17 февраля стартуют телевизионные дебаты кандидатов в депутаты парламента. Депутатская неприкосновенность. Снять или оставить? Мнение бывших и действующих парламентариев. Начнем с эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 13 февраля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 713 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 386 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 48 808 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 40 043 человека. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Гудаутском ковидном госпитале. В нем приняли участие главврач Хаджарат Шамба, кураторы сводных медицинских бригад от Минздрава Эрик Хатхо и Аляс Чинчоли, а также заведующая реанимационным отделением Ангелина Калинина. На встрече обсудили состояние дел в больнице, график дежурств сводных медицинских бригад, обеспечение лекарственными препаратами и оборудованием. Хаджарат Шамба проинформировал, что в недавно открытом дополнительном отделении лечение проходят 17 пациентов. Всего в больнице на стационарном лечении 100 человек. Обговорили вопрос открытия в больнице еще одного отделения. На данном этапе было решено этого не делать. После совещания Эдуард Бутба проверил и кислородную станцию. Министра проинформировали, что в запасе 12 тонн кислорода. На следующий день привезут еще 16 тонн, пациенты получают его без перебоев. Министр также поговорил и с персоналом пищеблока. Также Эдуард Бутба проверил и работу компьютерного томографа. Он функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Работа без выходных. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева рассказала корреспонденту газеты «Аква Сухум» о работе коллектива в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает сайт администрации столицы. Алла Беляева отметила, что ситуация в городе была сложная, более того, тяжелая с начала года. Статистика, которую мы ведем, это отчет о текущей ситуации с коронавирусом в Сухуме. Данные передаем главе администрации Беслану Эшба. На их основании предпринимаются необходимые меры, сказала Беляева. Прошедшая неделя была тяжелая, сегодня уже лучше. Конец цитаты. К другим темам. В посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации состоялся запуск Центра по поддержке молодежи «Будущее Абхазии». Он будет на конкурсной основе оказывать содействие абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в России и работать параллельно с ресурсами Россотрудничества. Смотрите материал пресс-службы МИД. В посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации состоялся запуск Центра по поддержке молодежи «Будущее Абхазии». Координатор центра Эдгар Гвазава рассказал о том, как будет проходить отбор кандидатов. Механизм отбора кандидатов проводится на конкурсной основе. Кандидат заполняет анкету на сайте посольства Республики Абхазия или Министерства иностранных дел Абхазии, указывает сферу, в которой он хочет повысить свою квалификацию, и прикрепляет видео-резюме. В случае прохождения первого этапа кандидат приглашается на собеседование с сотрудниками посольства Абхазии, в ходе которого претендент должен будет продемонстрировать свою общую эрудицию, знания, компетенции в той сфере, в которой он намерен повысить свою квалификацию. Инал Арзенба пожелал сотрудникам центра успехов в нахождении достойных кадров, а также подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи для дальнейшего развития Республики Абхазия. Параметры работы Центра будущей Абхазии министр иностранных дел Инал Арзенба обсудил на рабочих встречах с руководством ведущих вузов России, ректором МГИМО МИД России Анатолием Таркуновым, ректором НИУФШЭ Никитой Анисимовым, ректором Дипломатической академии МИД России Александром Яковенко и ректором Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станиславом Прокофьевым. Стороны договорились о тесном сотрудничестве и определили совместный план действий на ближайшую перспективу.
17 февраля стартуют телевизионные дебаты кандидатов в депутаты парламента. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия. Согласно жеребьевке ЦИК, ежедневно на телеэкранах будут дискутировать кандидаты по двум округам. Первыми выступят от 11 и 34 округов. По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, теледебаты продлятся до 11 марта. Мы Центральной избирательной комиссии провели жеребьевку. Вот, с 17 числа начинаются теледебаты вплоть до 11 марта. Вот, это последний день дебатов, который будет перед выборами 12 марта. Каждый день будут проходить по два округа. Первыми попали по жеребьевке это 11 округ и 34 округ. Вот, для того, чтобы люди могли подготовиться к эфирам, это будут прямые дебаты, где могут телезрители задавать различные вопросы, актуальны для сегодняшнего дня. И также, я думаю, что самим кандидатам, для них это тоже возможность показать свои знания, способности, предоставить программу и проводить такого рода мероприятия. Расписание теледебатов на АКТРК будет опубликовано на официальном сайте ЦИК страны и в СМИ. Депутатская неприкосновенность – снять или оставить? 12 марта состоятся выборы в Народное собрание страны. Наш телеканал продолжает цикл репортажей, связанных с деятельностью парламента. Тема сегодняшнего репортажа – привилегии народных избранников, которые не раз вызывали споры среди обычных граждан. Так, на протяжении нескольких лет часть абхазского общества активно высказывается против неприкосновенности парламентариев. О том, что дает это понятие народному избраннику и стоит ли прислушаться к призыву части общества на основе собранных мнений бывших и действующих законотворцев, расскажет Илана Казанба. Согласно Конституции, депутат Народного собрания обладает неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий. Депутат без согласия Народного собрания не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску и личному досмотру. Неприкосновенность депутата Народного собрания распространяется на занимаемое им жилое и служебное помещение, используемое им личное и служебное транспортное средство, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж на его переписку. Эта норма не раз становилась камнем преткновения в новейшей истории Абхазии. За последние 10 лет известен один случай, когда неприкосновенность депутата была снята. Еще в двух случаях Генпрокуратура запрашивала снятие неприкосновенности, однако запрос остался без удовлетворения коллег-депутатов. Тем не менее, часть нашего общества против этой нормы. Вот знаете, я сам был депутатом. Меня это никогда не беспокоило. Да меня она и сегодня не беспокоит. И у меня сегодня тоже есть имя. Слушайте, в конце концов, я, знаете, не последний в этом обществе. Но если я нарушаю закон, какое бы у меня имя ни было, я должен по всей строгости закона нести ответственность. И все эти моменты... А понимаете, вот почему споры, депутатская неприкосновенность, это цивилизованный образ всего мира, депутатская неприкосновенность. Но если под эту неприкосновенность, конечно, лезут очень много людей, которые с законами не в порядке, то об этом надо подумать. Но его придумывали не для того, чтобы там жуликов и бандитов прятать, а для того, чтобы, понимаете, цивилизованный образ политической культуры в стране был. Только с этих позиций. Но мы же имеем опыт тоже, когда депутатская неприкосновенность не помогло кое-какому, понимаете, сесть в тюрьму. Это тоже есть, это факт. Так что здесь особо, понимаете, губы закатывать под это не надо. Большинство наших респондентов поддерживает депутатскую неприкосновенность. Это ведь мировая норма, считают экс-депутаты, и она важна для парламентария в целях обеспечения ему полной безопасности при высказывании неугодного мнения власть имущим в ветви исполнительной. Ну и не только я считаю, если мы с вами посмотрим на мир вокруг нас, то, в общем, здесь нет, сложно найти страну, в которой вот такая норма отсутствует.
Эта норма не просто так была придумана, и депутатская неприкосновенность позволяет депутату, народному избраннику, максимально полно выполнять свою деятельность. Ну, например, что-то связанное там, с темой коррупции, с темой каких-то контрольных функций парламента, да, которые у нашего парламента тоже есть, и не только у нашего, да, а это общемировая практика, помимо законотворчества. И когда возникают такие сложные моменты, ну, депутат должен быть защищен, потому что никто не застрахован от того, чтобы какое-то дело могли сфабриковать, например, могли опорочить человека, который поднимает сложные, неудобные темы. То есть если мы с вами, ну, пофантазируем немного и предположим, что мы уберем эту неприкосновенность, я не думаю, что мы какие-то серьезные проблемы решим, связанные с этим. Я понимаю, что есть были какие-то случаи, да, прецеденты, когда вот люди негодуют и считают, что вот неприкосновенность мешает вершить правосудие в отношении там народных избранников. Но народный избранник, он не бесконечно будет депутатом. Это тоже нужно учитывать, если уж прям совсем какие-то сложные вещи произошли, ну, когда-нибудь он сложит свой депутатский мандат и будет в полной мере доступен для правоохранительных органов. Нет, я не поддерживаю снятие депутатской неприкосновенности по той самой причине, что тогда это может быть предметом манипуляции различных структур и государственных, и это самое. Это будет предметом манипуляции избирателей. Не все же избиратели бывают, как бы, они разные бывают, людей. Это мы, такой коллапс системы будет. Лучше продумать другие схемы, в соответствии с которыми у депутата не будет возможности вот нарушать законодательство. Есть другие системы, есть комиссия по этике, например, в России и в других парламентах, которые разбирают поведение того или иного депутата, если она выходит за рамки протокола парламента, за рамки законодательства, то уже может идти речь и об отзыве. Но отзыв – это вот когда криминальная составляющая присутствует. Я против этого. Я понимаю, что люди устали. И они всегда говорят, надо отозвать, нельзя этого делать. Неприкосновенность – неотъемлемый атрибут для честного и публичного депутата, считает действующий парламентарий Леонид Чамагуа. Он приводит в качестве аргумента в своей позиции мировые практики, когда чиновники, не поющие в унисон с властями, подвергались арестам, политическим преследованиям, нередко убийствам. Вместе с тем депутат отмечает, что неприкосновенность – не врожденное качество, а доверенное избирателям. Поэтому пользоваться ею нужно с достоинством и в рамках политической культуры. У нас сегодня в Абхазии ситуация такова, что мы крайне враждебно, да, из-за вот раскола по лагерям начали относиться друг к другу. Мы можем гарантировать депутату, который может ошибаться, может прав, но который ведет свою работу так, как считает это нужным, критикуя власть, доставляя ей неудобства. А потом давайте скажем так, а что нам в обществе будет гораздо лучше, если депутаты будут подконтрольны власти? То есть если министр внутренних дел, к примеру, да, там, по своему усмотрению, может по заданию сверху, да, создаст определенного рода проблемы. И еще раз говорю, депутат 5 лет, чтобы вести свою работу, он будет ходить по судам, доказывая свою невиновность в каких-то делах. То есть все должно быть в равновесии. Мы сможем избежать эту часть, да, когда вот мы скажем, что депутат, он не неприкосновенное лицо, его можно, послушайте, в такой ситуации у нас может произойти такое, что депутат пока доедет с дома до работы, его с десяток раз на трассе остановят и обыщут. Может такое произойти? Вполне. Но если, допустим, тот же депутат регулярно нарушает правила дорожного движения, вот я нарушал, причем неоднократно, и платил штрафы. Если кто-то из депутатов регулярно пролетает мимо поста ДПС на запредельной скорости, кто мешает работникам госавтоинспекции информировать общественность, что такой-то депутат, ну, по крайней мере, здесь на совещании через спикер, что такой-то депутат
проявляет пренебрежение к закону. Так или иначе, процесс снятия неприкосновенности с депутата в нашей стране довольно сложен. Это многоступенчатая процедура, которая решается не сиюминутно. Возмущения граждан нашим респондентам вполне понятны. Дескать, раз избранник он народный, то чего ему прятаться за неприкосновенностью? Вместе с тем они призывают мыслить шире. Ведь иногда именно неприкосновенность помогает не бояться высказать справедливое мнение по резонансному вопросу, а порой она спасает жизнь. Илана Казымова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Батальонные тактические группы военной базы Южного военного округа прибыли на полигон Сабал в горном районе Абхазии для участия в плановом учении с боевой стрельбой. В ходе марша в составе механизированной колонны мотострелковые подразделения ЮВО отразили атаки диверсионных групп условного противника. Всего в учении принимают участие около 1500 военнослужащих, задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. За время вынужденного ожидания стоимость строительных работ выросла на 100 миллионов рублей. Новая республиканская детская больница должна быть спроектирована до конца 2022-го. На сегодняшний день утвержден генплан, известна этажность и место расположения больницы, нынешняя парковка республиканской больницы. Проектную документацию готовит госкомпания «Абхазстрой» в партнерстве с российскими специалистами. Подробности у Надежды Боровиковой. В инвестиционной программе «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы» указано строительство детской республиканской больницы. Согласно срокам, строительство должно было начаться в 2021 году и завершиться в 2022. Сметная стоимость объекта – 200 миллионов рублей. К этой статье есть примечание. Строительство начнется при условии завершения реконструкции Ткварчалской центральной районной больницы, которая проходила еще по предыдущей инвестпрограмме 2017-2019 годов. Больница в Ткварчале официально открылась полтора месяца назад, а значит, началось и финансирование проектно-сметной документации по детской больнице. Согласно контракту с управлением капитального строительства, проектирует объект госкомпания «Абхазстрой» в сотрудничестве с российскими коллегами. К сожалению, мы самостоятельно не можем делать эту работу, потому что у нас нет технологов. Технология больницы вообще очень сложная вещь, и специалистов у нас нет. И мы привлекаем российских, новосибирских специалистов, которые имеют опыт в проектировании вот такого рода объектов. Основная нагрузка будет на них по этой линии. Генплан – это мы делаем. Мы корректируем посадку и так далее, потому что надо здесь находиться, и все нюансы, все тонкости, все проблемы мы больше знаем, чем те, кто там далеко находится. Предварительные изыскания и сбор информации по строительству детской больницы начались задолго до открытия финансирования. Долго не могли согласовать место расположения медучреждения. Изначально запланированное слишком близко прилегало к старому кладбищу, что противоречит российским нормам. Рассматривали варианты перенести здание в другой район. Но все же медики настояли, детскую больницу лучше строить на территории республиканской больницы, чтобы вместе с роддомом получился единый медицинский квартал. Посадку мы здания делаем на существующей автостоянке, которая сегодня есть там на территории республиканской больницы. Первоначальный вариант обговаривался установить это здание, построить это здание на верхней площадке, ближе к кладбищу. Но по нормам нельзя так близко строить такое помещение, такое здание. И мы перенесли его. Идея какая была еще? Разгрузить всю территорию республиканской больницы и, соответственно, и детской больницы от постороннего транспорта. Стоянку мы сделали вдоль дороги, вдоль улицы Пограничников. На 75 машин. Стадия согласования и сбора данных практически завершена. Из нескольких вариантов утверждена финальная схема генплана. Детская больница будет рассчитана на 65 коек. Площадь застройки будет 915 квадратных метров. Площадь застройки. Этажность будет 4 этажа. Все вспомогательные помещения будут на верхней площадке, вот где сейчас, около которой примыкает к кладбищу. Там и гараж на 5 автомашин,
помещение для водителей, дезинфекция автотранспорта. Все это предусмотрено на той верхней площадке. Плюс там еще будет служебная стоянка для персонала уже самой больницы. Еще один аргумент в пользу строительства детской больницы на территории Республиканской – возможность благоустроить то, что еще не доделано. Сейчас территорию за Кожвин-диспансером, где будет располагаться стоянка, расчистили. Есть несколько старых зданий, которые необходимо снести. Но и самое главное – транспортная развязка, довольно неудобная сейчас, должна стать менее загруженной. Существующим двум въездам добавят еще два. Основной въезд на территорию старый еще, он остается, то есть с улицы Эшба. Направо заворачиваем, это основной и это служебный въезд. С улицы пограничников будет три въезда. Один въезд для служебных машин и два въезда для постороннего транспорта. То есть мы их отсекаем друг от друга, они не будут пересекаться между собой. По идее, 200 миллионов рублей, заложенные на строительство детской больницы в текущей инвестпрограмме, просто перейдут в следующую. Но здесь есть нюансы. За время вынужденного ожидания стоимость строительных работ значительно подорожала. По приблизительным подсчетам, на возведение больницы понадобится не менее 300 миллионов рублей. И это предмет для дискуссии с российскими партнерами. Какие объекты войдут в инвестпрограмму на 2023-2025 годы, пока неизвестно. Документ на этапе формирования. Надежда Боровикова, Саид Агуха, Абаза ТВ. Магнитуда землетрясения, которое произошло в воскресенье на юге Грузии, составила 6,2 балла, сообщает ТАСС. Оно произошло в 22:25 по местному времени, по Москве 21:25. Эпицентр – село Самеба, расположенное на юге Грузии, неподалеку от границы с Арменией. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. Жители Тбилиси вышли на улицы. Мэр Дманисского муниципалитета, где произошло сильное землетрясение, заявил, что разрушений не было. «У нас ничего не произошло, у нас все мирно и спокойно. Наш муниципалитет был эпицентром, однако разрушений, а также жертв не было», — сказал он. Следует отметить, что подземные толчки ощущали в этот момент и жильцы верхних этажей многоквартирных домов в Сухуми. Трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Республики Абхазия за 2021 год в рублевом эквиваленте составил 97,6 миллиардов рублей, что на 35,6 миллиардов рублей, то есть 57% больше аналогичного показателя 2020-го, сообщает Банк Абхазии. Приток денежных средств в Абхазию через банковскую систему составил 51,5 миллиарда рублей. Отток из страны 46,1 миллиарда рублей. Таким образом, сальдо движения денежных средств имело положительное значение в размере 5,4 миллиарда рублей. Большое событие в мире культуры. 17 февраля Хибла Герзмава впервые исполнит партию Тоски в опере Джакомо Пуччини на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Билетов на это представление давно нет в наличии. Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии с 14 февраля возобновил свою работу. Новый культурный сезон открылся выставкой «Лучшая работа года». В декабре 2021-го из-за ограничений, связанных с пандемией, открытие выставки состоялось в закрытом формате. По решению художественного совета из 84 работ, представленных на конкурс, в декабре были отобраны три произведения. Первое место присуждено художнику Виссариону Цвижба за «Натюрморт». Второе – художнику и скульптору Виталию Джене за работу «Виктория». Третья – художница Абще Хагба за работу «Карантин». Поощрительные грамоты были вручены художнице Диане Хиндба за работу «Комната» и Сабине Кварчелия за работу «Весенние цветы». Выставка «Лучшая работа года» продлится до 21 февраля. Вечер любовной лирики из абхазской поэзии состоялся 14 февраля на станции ГУМА с участием поэтесс Гунды Сакани, Гунды Квицини и Асты Чкадуа. Подробности в репортаже в нашей традиционной рубрике «Амш Ахтес». Спорт. 22 февраля на арене «Крылья Советов» в Москве Харитон Агрба проведет бой за титул IBF
«Интерконтиненталь» в первом полусреднем весе, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Соперником Харитона станет опытный венесуэльский боксер Нестор Гонсалес. «Я очень жду этого боя. Мой оппонент с очень хорошим послужным списком, и это первый поединок в моей карьере, где я выйду с более рослым соперником, у которого такая своеобразная манера бокса. Мне это очень интересно, поэтому жду с нетерпением», — сказал Агарба в интервью редакции «Allboxing.ru». У Гонсалеса 27 побед, и 20 из них одержаны нокаутом, что говорит о его серьезной ударной мощи. Я смотрел записи его поединков и могу сказать, что это такой боксер, который может взорваться в любой момент и нанести мощную двойку. У него опасный левый боковой, который он постоянно выбрасывает, и за этим нужно будет постоянно следить. Даже в поединках, где он проигрывал, он доносил этот удар до соперника и заставлял понервничать, поэтому надо быть очень внимательным с ним, отмечает Харитон Агарба. 6 первых, 5 вторых и 3 третьих места заняли спортсмены Федерации тайского бокса Абхазии в составе команды Краснодарского края в ходе чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу в Сочи, сообщает сайт Госкомитета по делам молодежи и спорту. В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 20 регионов России. Он являлся отборочным на чемпионаты первенства России. Из 14 абхазских спортсменов, участвовавших в соревнованиях, 13 отобрались на чемпионаты первенства России, рассказал президент Федерации тайского бокса Абхазии Тимураз Гиргидава. Также спортсмен из Абхазии Леон Амичба был отмечен наградой «Лучший боец ЮФО и СКФО». Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с переключением старого стального напорного водовода на полиэтиленовую трубу в среду 16 февраля с 0 до 24 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум. Новый район, старый поселок, улица Эшба, улица Адыгейская, ВМ, центр города. Сейчас о погоде. Во вторник, 15 февраля, в Абхазии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов, днем от 6 до 11. Температура морской воды 8 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.